Несмотря на то, что сегодня нет таких морозов, как обычно в крещенскую ночь, градусник показывает минус один, нырять в прорубь все равно страшно, но профессия журналиста обязывает. Одна из главных тем наших новостей 19 января – крещенские купания. В этот день 2015-го журналист 10 канала решил попробовать окунуться в прорубь. Специалисты восхода уже тогда говорили, что во время крещенских купаний нужно соблюдать технику безопасности, не употреблять спиртное ни до купания, ни после. Вот сейчас только что увели товарища одного отсюда, он вообще сам не мог даже одеться. Пришел пьяный. И пока купался, его вообще развезло, и если бы не помощь посторонних, он бы сам и не оделся. И вон сейчас его отвели отогреваться в машину. В 2016-м в объектив камеры 10 канала попало общежитие 34 на улице Тани Бибиной. Жильцы тогда не знали, что делать, ведь здание буквально трещало по швам. А здесь вот все уже, стены промерзают, лед, вода по стене идет. И вот сюда же уже, не знаю, вот клеить, не клеить, вот что приглашает дом управления. Все у вас хорошо. А в 2017-м журналисты 10 канала отправились с подарками в инсарский дом-интернат. Пенсионеры признались, что очень рады гостям, вниманию и подаркам. Мы рады до смерти, у нас ноги задрожали. Плясать хочется, но ноги не шагают. Спасибо. И спасибо, это кто нам дом определил, дал. У нас и врачи. И день, и ночь. Спасибо большое, не дают нам помереть. Годом позже в оборот ввели новую денежную купюру номиналом в 2000 рублей. Сначала ее не принимали в некоторых магазинах, а потом привыкли. Но опрос жителей города показал, что многие горожане на тот момент даже в руках не держали «Владивосток-2000». Нет, еще даже глаза не видела. По телевизору видела 2200 рублей. А что они себе представляют, пока не пощупал, не потрогал. Я еще не пользовалась ими. А завершим очередную серию рубрики «Этот день тому назад» опять крещенским купанием. В 2022 году в прорубь окунались все желающие. Съемочная группа этого делать не стала, а вот монтажер Максим не испугался и окунулся в ледяную воду. Скажите, пожалуйста, как ощущение? Огонь. А как прическа ваша? Нет. Не помялся. На этом и закончим, хотя мы много чего не успели вам показать. Но наши архивы пополняются, нам будет что еще вспомнить вместе с вами. Анастасия Суркова, «Наши новости».